Сегодня 27 августа 2017 года. Утро. Вот. Провожаю вас. Остаемся мы с братом тут. Уезжает у нас сестра Марина Сергеева. Вот ее сейчас провожаем утром. Вот Коля, вот он. Дядя Володя, утрок. Вы что, снимаете? Я что, снимаю тебе. Да. Я просто из-за вашего света. Вот Игнатьевич несет тоже сумки, помогает. Возит ее Сергей, наш брат Попков, в Барнаул. А там оттуда домой поедет. Вот две сумочки. Держите, на вокзале там ничего не потеряете. Приучись ни с кем лишнего не говорить. Так, это впереди, это рюкзак там у тебя нет. Кружки. Не, можно... Ты видел вчера, когда Серафиме стал говорить про этот псалтырь, как она сразу а это можно... привязывается, главное как. Так, Колю сажайте, не тратьте зря время. Где Коля? Коля, иди сюда. Сумочка у меня же там. Не ударься там, смотри аккуратно. Сейчас сумочку с документами возьму. Помидоры. Будь возле машины. Ты в туалет сходил? Да. Все, чтобы потом не просился. Что бывает, где там дохло, что повыкидывать надо. Чтобы пшеница была, а воду там льет. Эх, пакет горит. Смотри. Все. Я специально плотно не закрываю, чтобы видно было. Вот так. Что, зачем задержка? Сейчас не пойму. Сумочка с документами. Как документ? Пошла за сумочкой с документами. В первую очередь надо было бы. Нет. Сейчас я спросил документы, деньги, все, здесь пошла за сумочкой. Уже поплыла. Я же не могу все сразу унести. Ты не все надень на это, не оговаривайся. Все, вот это я главное. Одела. Благословен Господь. Благослови нас. И сохрани. Тебе слава за все. Тебе, Господи, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы с вами вместе Аминь. Видим. Помните это? Да. Давайте. Вот, классный фонарик. Пускай горит. Откройся там за кэтями. Пускай горит. Включите его. Там мимо КП проехал. Лучше видно будет. Все. Мимо КП. Давайте с Богом. Всего хорошего. Все. Меня ради Христа простите, если еще не обидел. Игнатий Тихонович, миленький, родненький. С дорогой. Спаси Христос вас за вашу руку. Спаси Христос. И вы меня простите. Володенька. Давай, братишки. Давай, Лада, спаси Христос. Спаси вас, Господь все, и Матерь все. Божия. Садись. Никита. Время идет. Там все, где-то задержка будет. С Богом, Марина. Все, да. Ну, за яйца я с тобой рассчитаю. Спаси Христос. Надежда Васильевна, миленькая, я тебе позвоню. Давайте. Давай, с Богом. Я пошел на дорогу. Последний. Последние насельники, гости, вернее, гости наши. Да, последние. Остается мы с братом Никитой. Расставание да. Так печально всегда. Наши хрупкие плечи, да. Да. Собаки, люди. Ландшафта деревни своими руками. Да. С помощью лопаты пилочек. Что-то какой-то. Ну, что-то непонятно, что это. Может, это фонарик такой? Может, голубиный что-то. Такой, да? А, да, да. Ну все. А я люблю это ехать там отсюда рано утром туда. Ага. Ну с Богом. Тебе ничего не надо. Нет. Спасибо, Христос. Слава Христу. Аллилуйя.